Нас не догонят, все путем и самый вежливый из людей. В Волгограде стартовали продажи легендарных футболок с Путиным. Коллекция оригинальных маек «Все путем» от молодого бренда дизайнерской одежды «Аня Ваня» включает 15 принтов. И все посвящены президенту России Владимиру Путину. Проект очень успешный, получил огромный резонанс в прессе и, в принципе, в стране. Самая знаменитая личность, которую мы могли видеть по всем каналам, это Микки Рур, который пришел лично, купил футболку себе в ГУМе. Ну, а также очень много известных личностей. Это там знаменитые комики из Comedy Club, да, Миша Галустян, собственно, звезда Джиган. Теперь модная волна докатилась и до города-героя, ведь именно Волгоград – это родина создателей марки Анны Трифоновой и Ивана Ершова. Многие волгоградцы приехали в ТРК «Комсомол» за полчаса до официального старта продаж, чтобы стать первыми в регионе покупателями легендарных футболок. В Москве видели, что в ГУМе продаются, и просили друзей привезти, купить. Но, к сожалению, там один день, за несколько часов все раскупают. Майки берем не только себе, еще нашим родственникам, детям. Вот. Наш президент заслуживает того, чтобы приехать за полчаса за майкой. И мы хотим тоже поддержать этот тренд Путина. И, конечно же, Россию в лице Путина. Вы надеетесь, что почувствуете? Выражение своей любви к Владимиру Владимировичу. Да, мы уважаем его. Просто уважаем, да. Ну, соответственно, как девушки, мы его любим. Сейчас летаю за границу, чтобы показать, что поддерживаю политику президента страны своей. Солидарен с его мыслями и действиями в мировой политике. Открывала продажи олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ведь часть собранных средств от продажи коллекции в Волгограде будет перечислена в ее благотворительный фонд. Деньги нам всегда нужны. И, естественно, мы получим возможность еще помочь многим детям. Но, наверное, эти деньги вряд ли мы соберем 4,5 миллиона рублей с продажи, потому что столько стоят наши площадки, которые мы строим многофункционально открытые. Но все деньги, которые нам передадут ребята, мы пустим на строительство спортивного зала в общеобразовательной школе-интернате Краснооктябрьского района номер 8. Стоимость модной футболки с Путиным – 1200 рублей. Купить ее можно будет в центральном атриуме «Комсомола» до 30 декабря. Анна Рублева, Петр Лукашин, V1.ru.